Друзья, я в пути. Прогулка Санкт-Петербург-Ломоносов в самом разгаре. Часть третья. Не могу вам не показать. Сделал вынужденную остановку. Смотрите, какие кувшинки. Цветущие. Наверное, где-то здесь, в одном из этих цветков есть дюймовочка. Просто я никогда в жизни не видел кувшинок, да еще с цветами. Только в сказке про дюймовочку. Не знаю, мне нравится. Тут какой-то парк. Не знаю, что за название. Полно этих кувшинок. Может быть, здесь даже где-то и тортилла есть, как думаете? Я продолжаю путь.